Евгений, новый клуб в вашей карьере, с какими мыслями приехали сюда, в Уфу? Ну, я с хорошим приехал. Мне нравится команда, это ребят, ну, многие знакомы, со всеми пересекались практически. Я думаю, должны удачный сезон сыграть. Вас рассматривают, естественно, как центрального нападающего. Такая проблемная позиция в целом в хоккее, да, в российском. Какие задачи ставят перед вами? Насколько серьезно вас рассчитывают? Ну, я не знаю, как тренер, наверное, скажет потом. Но я надеюсь, помогать команде. Какие задачи, я думаю, будем ждать в каждом матче. Все для команды делать, отдаваться. И все. Родной брат здесь, в Салавате, Лаве. Это повлияло на то, что вы сюда пришли? Ну да, повлиял я 10 лет, можно сказать, 10 лет они играли вместе. Последний раз в Ладе играли, в Тольяттинской. Хорошо, что наконец-то будем вместе играть. Вы стремились к этому? Ну, хотелось, да, но не всегда наши желания могли. Не от нас все зависело. Зато в бытовом плане, наверное, тоже проще. Ну, да, попроще. Он помогает, да, показывает город. Раздевалку тут все показал, где что. Да, попроще. Что-то уже успело понравиться с того, что увидели? Ну, я вчера вечером приехал, еще даже пришел, поспал, пришел на тренировку, пока еще ничего особо не видел города. Так, ну я проезжал же здесь часто. Город красивый, хороший.